Людское живет благодаря тому, что есть люди, болеющие душой за ход людской. Часто от арестантов мы слышим выражения, смысл которых не всегда понимаем, но, казалось бы, это совсем элементарные понятия, поэтому, считаю, будет многим интересно узнать некоторую терминологию арестантской среды. Наверняка многие слышали такое выражение, как «придерживаться людского» или «привет всем тем, кому не чуждо людское». Что имеют в виду арестанты, используя понятие слова «людское»? Людское – это самое лучшее из человеческих качеств. В людском и заключается честь и достоинство, справедливость решений, праведность и правдивость. Соответственно, арестант, живущий людским, всегда честен и правдив, всегда может отстоять свою честь и достоинство во что бы ему это ни стало. От него не будет исходить подлости и разного рода гадости, идущие вразрез с людским. Поступки, идущие вразрез с людским, это гадские, блядские и негодяйские. К гадским относится пособничество мусорам. Блядское – это невинно пролитая кровь равного по жизни арестанта и в целом все то, что совершается против воровского. Негодяйское – это обман, смута, интриги и так далее. Свое стремление к людскому арестант доказывает своими поступками, показывая то, что арестант достоин быть с людьми и заслуживает людского отношения к себе. От этого и говорят, что людское – это воровское, потому как в основе воровского и лежит людское.